Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про реноватор Диолт МЭВ-034МФ. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Компактный и удобный многофункциональный инструмент для выполнения широкого спектра задач. Используется для шлифования поверхностей, резки, распиловки, вырезки пазов, очистки различных материалов с применением соответствующей оснастки. Выключатель с фиксацией удобен при длительных работах. Резиновые вставки на корпусе для надежного хвата. Благодаря универсальному креплению можно использовать насадки других фирм. Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях. Патрубки, входящие в комплект, предусматривают подключение пылесоса. Металлический корпус редуктора обеспечивает эффективное охлаждение. Реноватор питается от сети 220 вольт. Мощность этой модели составляет 340 Вт, чего достаточно для подобного оснащения. Частота вращения находится в диапазоне от 15 тысяч до 21 тысяч оборотов в минуту. Данный параметр можно отрегулировать при работе. Благодаря возможности выбора угла оснастки до 180 градусов удобен для работ в местах с затрудненным доступом. Использование меди в качестве материала для обмоточного провода увеличивает КПД двигателя, устойчивость к нагрузкам и долговечность. Машина ручная электрическая вибрационная МЭВ-034МФ относится к бытовым изделиям и имеет многофункциональное назначение, которое зависит от применяемой насадки. Данная машина укомплектована комплектом насадок, с помощью которых можно выполнять следующие виды работ. Пиление, врезное, подрезное и другое, древесины, гипсокартона, пластика и вырезание проемов в перечисленных и других аналогичных материалах, подрезание гвоздей, медных труб и тому подобного, шлифование шероховатых деревянных поверхностей, чистовая шлифовка древесины, выравнивание поверхности, удаление остатков клея, раствора и краски, соскабливание материалов с различных поверхностей. Машина предназначена для эксплуатации в районах умеренного климата, исполнение УХЛ. Категория размещения 3.1 по ГОСТ 151-50-69 при температуре окружающего воздуха от минус 15 градусов Цельсия до плюс 35 градусов Цельсия. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Короткий жесткий шнур. Пилки в комплекте не лучшего качества. Сильно шумит. Чистой воды Китай. Теперь перейдем к положительным. Легкий и компактный. Удобно держать в руке. Для домашнего пользования достаточно мощный. Есть воздуховод для пылесоса. Металлический редуктор. Насадки с кейсом в комплекте. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».